А в этом видео мы прощаемся с Вьетнамом и отправляемся в Камбоджу. После прилета в город Сиемрип мы сразу же отправились на известнейшую улицу с интригующим названием Pub Street. Очень щекотно, очень. I feel good, but this is new experience. You must try it. Хорошо, что не пираньи. Это мои ноги. Это мои ноги. Вот это не массаж ног. Это ерунда. Вот это массаж ног. Самый крутой массаж ног в Камбодже. Всем рекомендую. День после отличного массажа ног мы решили отправиться смотреть храмы Ангкора. Их больше 300. Это Ангкор-Ват, это древняя столица Кхмерской империи, некогда очень славящаяся в Азии. Ну давайте посмотрим. Если вам повезет, в одном из храмов вы встретите буддийского монаха, который за доллар или бесплатно повяжет вам известную красно-оранжевую буддийскую ленточку, что является символом защиты, а также если она порвется, то одно ваше самое заветное желание исполнится. Вот мы сейчас посетили храм Ангкор-Ват. Это одно из самых посещаемых мест в Азии. И храм Ангкор-Ват и вообще весь комплекс является одним из чудес света. Здесь этот храм был построен одним из королей тогдашних кхмеров. А остальные 300 храмов были построены следующим королем. Это просто непередаваемое ощущение, огромная сильная энергетика в этом месте. Очень интересно. Поскольку духовной пищи сыт не будешь, мы отправились на обед. Да. Амок. Амок. Это овощи на гриле. А это интересный суп с морепродуктами. Том-ям. Том-ям.
самое интересное, все 300 храмов Ангкор-Вата расписаны древними легендами, древними буддийскими легендами. И про бога Вишну, Шиву, Кришну, как они тянули этого гигантского змея, там стояли на черепахах, слева, справа были злые и добрые духи. Вот. Все это переплеталось в легендах, и все это было расписано в цвете на 300 храмах. Это просто невероятно. После Ангкор-Вата мы поехали в Ангкор-Том. И Ангкор-Том — это просто супер, там такие лица, ну, в общем, сейчас все увидите. Ребята, посмотрите все сами, я пойду кофе попью. Томка, где там мой кофе? Макс, твое кофе. Да ну нафиг. Самые настоящие джунгли. So this is a Chinese. Yeah, Chinese. This one they can see ox cart. And the Chinese are not Chinese. That they use for transport. Yes. Mm-hmm. So they also use elephant for transportation. Нас накрыло тропическим дождем. Огромные деревья поглотили это святое место, джунгли. Сейчас мы отправимся на гала-ужин, на котором мы не только вкусно поедим и попробуем кхмерскую еду, но и увидим традиционные кхмерские танцы, называемые апсара. Это колоссальные вещи, когда женщина выгибает так запястья, что они касаются вот, вот этой части. Да? Ну, это просто колоссально смотрится. Небольшой нюанс. Традиционно, несколько столетий назад, этот танец танцевали женщины по пояс голые. У меня даже есть татуировка.
На следующий день мы отправились в Пномпень, и по дороге нам встретилось много чего интересного, включая сырые семена лотоса. Цветки лотоса растут, очень много их, очень много, много воды. Так, мы вот обедаем, здесь у нас курица, вот тут курица у нас, гриль на гриле, здесь мясо, говядина тушеная. В таком соусе здесь чили, а здесь spices and salt. This is beef, yes? Inside of beef. Ага. Это, я так понимаю, желудочки какие-то, говяжьи, типа фляков, наверное. Ну вот они на такой тарелочке. Ну и естественно рис. А здесь еще донесли нам соус из муравьев, больших муравьев с травами и супчик, вот супчик том-йом называется. Вот он здесь. Это с морепродуктами. Но вот эти муравьи, конечно, интересная тема. Рыба моей мечты. Огромные рыбины, боже мой. Мы уже поняли, что это не семейный канал, это больше канал про еду. После прогулки по городу мы отправились на ужин к нашим друзьям, которые привезли огромное количество морепродуктов из города Сиануковель. Они были свежие, сочные, это было просто божественно. Но после была крутая туса на вечерней вечеринке. Блин, вечерней вечеринке? Я это сказал или подумал? Seafood menu. Крабы Сиануиля. Yeah. Oh, you just asked me about olive? Olive, yeah. Запускайте, если вы будете в Камбодже, камбоджийский кофе, я считаю, самый лучший в мире. Прикупите себе пару пачек. Ребята, все подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. Всем удачи!